soll leichter sein, den Gras vom Kopf zu entfernen. Die самое главное преимущество, которое дает моноклиентка, это что? Это удобнее доставать кровосборный крем. Okay. Wenn ich mir jetzt den Helm zerrut, dann ist es nicht so. Wenn ich jetzt hier посмотрю на 235-ую газонокосилку. Und den Abel bitte, mal den Gras vom Kopf runterzunehmen. Und jetzt werde ich Abstellen. Мне нужно ставить его, затем с другой стороны с этой или с этой подбираться и доставать кровоспорник. Bei Monolenker? Это не так удобно. На монорукоятке? Das ist der große Vorteil. И вот это гигантское преимущество. Jetzt hat man natürlich oft die Angst gehabt, wird das denn stabil genug sein? Всегда первый же вопрос, который возникает, это боязнь того, а насколько это надежная вещь? Wir haben den Monolenker jetzt seit 1,5 Jahren am Markt und es gab noch keinen einzigen Bruch. У нас больше полутора лет на рынке монорукоятки и еще мы не знаем ни одной, которая сломалась. Nicht einmal in Russland. Во всяком случае, даже в России. Wir wissen, die Russen sind sehr starke Menschen. Мы знаем, что русские это очень сильные люди. Aber auch die haben es noch nicht geschafft. И даже они не смогли. Man kann es schaffen, wenn man es will, natürlich. Конечно, если человек хочет, он может сделать все, что угодно, даже сломать ее. Man kann alles kaputt machen, wenn man will. Сломать можно вообще все, что угодно. Aber grundher, vom normalen Handling her, wenn ich ein bisschen Acht gebe darauf, dann wird das nicht kaputt gehen. Das ist das Aluminium, das ist ein Stahlrohr, das ist einfach stabil. В любом случае, если человек нормальный, если он нормально работает с агрегатом, он не сломает. Потому что это алюминиевая часть, это сталь, и система достаточно надежна. Es ist ganz einfach zu bedienen. Управлять тоже крайне легко. Ich habe hier einen kleinen silbernen Hebel. Здесь есть маленький рычажочек. Den kann ich nach vorne drücken und kann hier die Höhe einstellen. Я нажимаю на него и могу регулировать высоту своей рукоятки. Jetzt hat die Ehefrau auch keine Ausrede mehr, wenn sie sagt, sie kann nicht kassen. Теперь у вашей жены тоже не будет аргумента, почему она не может косить. Perfekt für deine Höhe, alles gut. Идеально для ее роста можно сделать просто нажав один раз. Und ich kann ihn auch ganz einfach и также просто вот тем же самым рычагом рукоятка складывается. Если я хочу поднять ее, все, готово. Кристиан нажал на... Он автоматически делал, я тоже так делаю. Дело в том, что если бы у вас вот этот рычаг старта, тросик стартера находился здесь, то вы не смогли бы поднять, поскольку у вас было бы напряжение. Нужно нажать, чтобы ослабить, и тогда автоматически у вас крюком будет тянуть. Это чисто интуитивно так. То есть сейчас в данном положении, если там не зафиксировано в держателе, тогда можно. И вот то, что я сейчас вам показал, это то, что мы делаем, это то, что мы делаем. Und wir werden nur noch das machen. И, скорее всего, мы будем делать только вот такое. Okay? Noch haben wir beide Varianten, aber ich sage, ich glaube, euch versprechen zu können, in 10 Jahren werden wir nur noch die Monolenker. Я сейчас знаю, что у нас есть и такие, но практически обещать я вам могу, что через 10 лет нас будет только Monolenker. Und ich glaube auch sagen zu können, dass die Konkurrenz nicht lange warten wird, uns das macht. И, в принципе, мы также уверены, что конкуренты долго ждать не будут и в ближайшее время захотят повторить наш успех, потому что пока на рынке, кроме нас, нет никого с монорукоятками. К сожалению, такую вещь нельзя запатентовать. Ich empfehle jedem, einen Rasenmäher so im Geschäft zu präsentieren. Я рекомендую каждому человеку, у кого стоит рейтинг, выставлять агрегат и рассказывать про агрегат наш именно из такого положения, из сервисного положения. Визу. Почему? Как вы думаете, почему так вот удобнее рассказать про газонокосилку? Die wenigsten von uns. Die wenigsten ihrer Kunden haben einen Rasenmäher mal von Поверьте, немного людей из нас